Всем привет, дорогие друзья, и прошло глобальное обновление Clash Royale, кто уже в курсе, я думаю, ну, многие уже в курсе. Вот, здесь как бы анимации, вот, например, главное меню я заметил, то есть вот теперь за победы, за поражение дают меньше, чем за победы, да, то есть, например, 8-10 там, а за победы также. И как бы... Ну, давали вот эти награды, вот эти вот за каждый, типа, подъем уровня. Тут я вообще заманался, короче, тыкать вообще, сколько там наград у меня было, сброс сезон, через 12 часов. Это начало очень удобно, начали показывать, вот. Ну, вообще очень много, нам нужна помощь, прими тут. И я перешел в другой клан. Здесь аж 1% получается, да. Здесь аж, то есть, людей, участвующих в бою, например, в этом, 40, сколько, 40, да. А война у нас. Тут еще кто-то не сыграл. Бои 43. Ну да, 40 человек участвуют, представляете? Вот, это нормальная тема. Я проиграл, конечно, эту войну. Не стал вам показывать. Давайте я посмотрю, как мы, получается, получаем трофеи. Победить в боях, пожертвовать сокланцем. Вот это поменяю. Я не люблю 2 на 2. Сыграйте карты, эпический бой 1 на 1. Все. У нас все сделано. И давайте попробуем чуть-чуть поиграть. Скоро глобальный турнир, я так понял. А, конец. У нас конец глобального турнира. Нет. А что у нас? Давайте нет. Давайте попробуем поиграть с трофеями. Я покажу, сколько за победу, сколько за поражение. Но не знаю, кто в курсе, кто нет. По крайней мере, главное меню точно не изменилось. Уже, получается, некоторые подросли под свой уровень. Кто-то не под свой. Трофейный уровень подрос. Не знаю. В принципе, пофигу. Так, давайте закинем колдуна, который будет идти чуть вперед. Так. Ух ты, ё-моё, блядь. О, давай. О, у нас сейчас еще пройдет. Ух ты, Зелебоба прошел вообще. Ох, он сейчас там. Пека, мини-пека просто. Он раздолбает вышку. Одного мини-пеку пропустили, все, крандец. Вот так вот делаем. Шар кидаем. И бамс. Все, нету. Нету мини-пеки. И нету двух вышек. Стало как бы, как говорят, ну, легче играть. Ну, мне все равно попадали с 13 уровня, даже на таком уровне. Не знаю, что они тут делают. Но уже минус 2 вышки, то есть быстро пролетело. Я не знаю, мне кажется, сдался. Я бывает за такое время думаю, блин, уже прошло там, не знаю, 1,5 минуты, и у меня уже нет 2 вышки. Что я делаю? Я же сдаюсь. И он, мне кажется, сдался. Поэтому, наверное, вот так вот делаем. А, ему пофигу уже, наверное, выигрыш. Он пропустил двоих. Вот так вот. Все, изи. Изи-пизи, лемон сквизи. Так, сейчас смотрите, за победу нас дают 29. Это то же самое, мне кажется, из Брав Старс. Брав Старс там тоже, по-моему, за поражение меньше, за победу больше. Вот я перешел в другую лигу. Ух ты! Ускорение открывания сундуков. Типа, следующая награда будет 2000 баксов. Давайте посмотрим. Вот, видите, ускорение у меня получается. Открывание сундуков сделали. Вот. Мы считаем. Сейчас еще сделаем победочку. Может быть, поражение. То есть, видели, да? 26. 26 дают за победу. То иной раз ты не двигаешься вообще с места. Вот сейчас, мне кажется, будет поражение, потому что он 12 левел, я не знаю. Я 10, кстати, нужно сегодня апнуться 11, я думаю, что уже задолбался на этом 10, вот 13, видали? 13 просто. Тварь. Ну да, он сейчас это... Блин. Ну, это дура, пускай проходит. Ну, мы, наверное, пройдем, да, мы пройдем, пробьем вышку. Ух ты, мы, кстати, пробили даже вышку. Но у него же, получается, шанс поболее, чем у меня. Так, все. Так, это все мы сделали. Получается, пробили 300. Тут 3200. Не знаю, что делать. Может быть, спарки кинуть. Он, наверное, будет валить левую вышку до конца. Сейчас кинет вот этого 13-го левела Кургиганда. И все. Изи-пизи. Я не знаю, против кого его ставить, блядь. Ух ты. Ух ты, хорош. Блин. Ну ладно. Бамс. Плохо, плохо. Кинул. Блин. Плохо. Блин, про плохо я прошел вообще, кстати. Ну ладно, мы сейчас наверх сделаем. Он, наверное, кинул антиаира только недавно. Мы кидаем его. Ну, блядь, у него еще антиаир. Пиздец. Это говнюк. Но он кинет Кор-гиганта, да, это было ожидаемо. Мы сейчас пропустим маленький Кор-гигант. Эх. Нет, это ГГ, конечно. Ну, ладно, фиг с ним. Это ожидаемо было. Ожидаемо, но я все-таки думал, что все потеряно. Ну, здесь по правой стороне вообще капец мне. У меня ни одного 13-го, то есть этого нету. Карты, но... Да еще антиаир против этих кинул. Ладно. Что ж поделать, мы сопротивлялись как могли. Сейчас мы тоже кинем его. Вот, сейчас покажу сразу за поражение, сколько дают. 12. Ну, даже не 10, 12. То есть даже 26 от 12 поражений. То есть можно на одну победу там 2-3 поражения сделать. Еще в легкую. Открытие сундуков. Кстати, возьмем, наверное, откроем вот этот сундук. Так, у меня получается, мне нужно повышать силу башни короля, повышайте уровень короля, улучшайте карты и жертвы яйца кланцам. И тогда только тебе будет улучшение. Значит, мы будем жертвовать сейчас сегодня максимально. Мне осталось вообще 200, 125 у меня. Не знаю, где здесь можно пожертвовать еще со кланцем. То есть только меняться. Так-то, по сути. Ладно. Фиг с ним. Значит, мы сегодня будем валить дальше. Поднимать трофеи. А уже в следующую, может быть, каточки, мы будем глобальный турнир обсуждать. Не знаю. Ух ты, он сейчас кинет, да? Эти... А, хорош, хорош. Жалко только, конечно. Ну, вот так кинем, он примерно убивает сразу. Блять, не того кинул, ну, блять. Ну, в принципе, мы это... О, мы прошли, я даже не ожидал. Так-то неожиданно было. Ну, можно было колдуна кинуть. Я что-то не стал рисковать. Так-то разницы-то нету. Колдуна мы сейчас оставим. Вообще, я не знаю, в принципе, пробить его по правой стороне будет легко, легче, чем обычно. Опять сейчас кинем этого. Ну и чё ты? Ты думаешь, а? Блядь. Сука. Сука. Так, давай... Давай пару фаеров кинь. Вот, пару фаеров, и тебе капец. Все. Правая сторона разбита. Я, в принципе, хотел колдуна кинуть. Он, может, как раз исправился. Не знаю, будем по правой стороне дальше долбить или все-таки по левой. Кстати, можно вот это так вот взять. Блядь. Так вот взять. Ладно, он по правой стороне будет валить. Фиг с ним. Ох ты. О, пробили вообще изи. Ну как, изи, не изи, конечно. Ну. Он двоих просто... Ай, да ладно. Двоих мышей просто поставил. Изи. О, все, мы пробили хорошо дно, мы пробили хорошо. Все, по левой стороне тоже мы прям изи. И смотрите, сколько за победу. Сейчас посмотрим. 29. Я тебе говорю, 2-3 победы мне по 8 иногда убирали. Изи. Дали ускорение из-за того, что я типа в лигу другую попал. Видите, вот эти глобальные ускорения. Типа есть простые награды, и когда ты из лиги в лиги, там дают какое-то глобальное ускорение. Сейчас у меня сундуки быстрее будут идти. Вот. А так на этом все, ребят. С вами был Швиля. До новых встреч. Пока.